Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем родить руху под названием Чейзом. Окей, я вернулся на гладиаторскую арену. Давайте сразимся все-таки. О. Женец. На мне баф. Нихера себе. Вау. Так, ладно. Что это за херь? Ты умри! О, левел ап. Минус. Это боссик, считайте. Дайвинг предмет. Дайвинг предмет. А теперь мы куда с вами? А теперь мы с вами отправляемся в травку. В сады, если быть точнее. И у нас там есть места, где мы можем заюзать дайвинскую эту херь. В двух местах, да, кажется? Так, есть? Да, есть. По-быстрому здесь проход. Ну, что сказать, как раз у меня был баф, мне дали бафик этот временный. И мы разнесли в пух и прах врага. Так, сады, поехали. Ну, сюда уже можно не возвращаться, там только сундук есть. Это такое. Так, катакомбы, сады. Ага, теперь давайте выбирать, куда идти нам. Нам нужно с вами и... Давайте я снизу появлюсь, пойдем сначала влево. А вправо... Да, сначала влево, потом с центра пойдем. Потом с центра. Фу. Минус. Тут же еще гориллы, да, должны быть. О, еда. Ковчег, это хорошо. Ты. Три тычки, и она труп. Не знаю, кританула ли у меня там или нет. Медальон. Блин. Правильно, что я с этой стороны начал идти? Да, нормально. Теперь они нам просто не соперники. Да, они даже вырастить не успевают, я их просто выношу. Так, сейвинг. Можно на сейвинг сходить. Хотя ладно. Я не думаю, что я должен сдохнуть, если что, похаваем. Так, это здесь. Ух ты ж, ё-моё. А не, я думал, чисто из-за брони у меня одно хп. Так, ладно, буду юзать пробел. Так. О, собачка. Так, ну еще собаку спасли, хорошо. Мы спасли собаку.
Теперь мне нужно по низу, как раз схожу до сейвинга. Мы с вами отсейвимся, так сказать. А тут червигуны. Они опасные противники уже теперь. И вообще, я на самом деле думал, что они мощные. А как и мне только могут мешать там пройти где-то? И все. Ага, закоцал меня. Всего лишь один дэмэдж. Такое. Так, нам, короче, если что, нужно в эту синюю вот точку идти потом. Там локация, которая нам нужна. Там же, если я не ошибаюсь, вот это, помните, врата были закрыты. И туда нам нужно будет потом попасть. Так. Так, короче, продолжаем. Теперь мы можем сюда погрузиться. Интересно, ради чего мы сюда зашли? А, только сундука? Классно. Классно, классно, классно. Ладно. Ну, думаю, в сейвинг смысла и нету идти. Пойдем сразу сюда, к телепорту. Мне нужна нижняя часть. Я понял, короче, как понять, куда заходить и куда оно телепортирует. Поэтому как так. Так, теперь нам нужно поверху идти просто. Тортик. Жабка разблокирована. Жабка, жабка, жабка. Давай, давай, давай. Вы черт. Да, нормально. А теперь просто по прямой. А теперь просто по прямой. Вот так вот. Это лучше, чем я упаду вниз и получу сразу 7 урона. А, точно, тут у нас здоровяк. Тут у нас здоровяк. Ай. Скотс, 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 скотс. Понятно. Ну, этих я не собираюсь трогать. Пускай они сдыхают. Может быть, еще один пирог упал. Так, здесь мне нужно наверх. Наверх, наверх, наверх. Давай, давай, давай. Отлично. Какой-то шаман. А, это ты, я вижу. Тебя, типа, не беспокойся, со мной все в порядке.
Так, там что-то закрытая дверь. Здесь мой конец, бла-бла-бла. Дает какое-то темное руководство или что-то того. Возьми, короче, книгу транслейта, как переводчик по-другому. Он тебе поможет. И удачи. Translating books. А ну-ка, translating books. Journal. Артиф. Так, еще где-то одна активка. Only how was the summer of the mastermind. Короче говоря, предметы. Амулет. Все. О! Нифига себе. Одеть. Они разные или нет? Они одинаковые. Ясненько. Значит, мне нужно войти, да? Отлично. Это заброшенный замок. Темпл. Колдун. Энергетическое поле. Это как в этом таймспиннере. Минус. Да, их легко убивать. Три удара, в принципе, я не трупы. Местный телепорт. Ай, 16 урона, ну... Такое. Еще телепорт. А ну, куда ты меня отправишь? Так, тут закрыто. Значит, мне только вниз идти. О, монетка. А, парашют можно один раз юзать. Хорошо. Врата. Пещеры. Как мне вернуться? Сейчас должен быть глаз, да? Да. Значит, у нас только тут одни врата. Что с этой стороны? Полетели. Я не хочу вниз падать. Хавчик, там еще что-то внизу есть. А, тут у нас энергетические хери. И как вы это видите? Мне туда не попасть. Ладно, ладненько, ладненько. Давайте в ту сторону. Тут нифига. Только зря 18 урона получил. Thank you.
просто тайминги. О, мешки, мешочки, мешачки. Уи! Вау-вау-вау-вау-вау. Сапоги какие-то. Wander Boots. Так, нажмите прыжок, когда будете в полете. О, клясь, 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 клясь. Это у нас типа двойного прыжка местного. Местный двойной прыжок. Добро. Теперь можно залазить по стенам нормально. Ой-ой-ой. А смысл я вообще туда иду? Мне главное не сдохнуть еще. Готово. Тут чисто закрыто все. Так, здесь телепорт. Сверху порталы. Мясо. Тут ничего нету. Чего? Тогда в этот портал. Так, Гоя. Инвентарь? Нет. Юз. Да, виноград. Морковочки поем. Чтоб немного хотя бы быть живым. Ага, ясненько. Я забыл тайминг подрубить, я вас понял. А куда мне тогда идти? Мне нужно портал возвращаться. Мне нужно вернуться. Просто перепрыгиваем, не тратим время на них. Там тоже некуда. Класс. Да уж. А куда мне тогда идти? Увы, тут везде закрыто. Тут закрыто, сверху закрыто. Я не понимаю. Ай. Кажется, будем опять видосик резать. Там наверх смысла нету идти. Получается, серьезно, где-то здесь. Только где? Фу-фу-фу-фу-фу. Так, я могу наверх пойти. Погнали. Я без понятия, куда мне идти, но пойдем сюда. Побежим, сохранимся. Сохранились. Зато мы уже одного босса, считайте, убили, да, вот этого.
Так, здесь можно теперь мне залезть наверх. Готово. Ради кольца. Нормально хотя бы кольцо. А хп увеличит. Ну, оно вообще мало увеличит, поэтому нафиг надо. Готово. И тут просто по стенке полезем. Здесь тоже только просто сундук. Найфигурс. Так, это не сюда. А что мне тогда дали? Фигурка рыцаря. И фигур that remember to king. Что-то связано с королем. Да, это оно. Да, это место. Да, как я и говорил, просто хавчик. Много-много хавчика. Так, здесь сундук. Кофе, монеты. И здесь. Бук. Бук-бук-бук. Книга, короче говоря. Готово. Да, тут житель. Джинкс. Мы спасли Джинкса. Готово. Готово, готово, готово. Сильвер подвеска. Да, какой-то меч. Вау. Это типа двойного меча, я понял. В этом месте где-то что-то должно быть. Я вижу два только места, но они под электрошокером. Сверху электрошокер. А, вот, между этой платформой и следующая у нас есть. У нас тут еще есть место. Ладно, давайте тогда это в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.